Сегодня день, который сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся вон и. Аминь. Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за сегодняшний день. Мы воздаем Тебе хвалу за Него во имя Иисуса. Я обращаюсь к Твоему Слову. Я прошу Тебя открывать нам сегодня Иисуса. И у нас есть замечательное понимание и замечательная жизнь Твоей жизни, высвобожденной в нас, чтобы провести нас через этот день и через все остальные дни нашей жизни. Во имя Иисуса мы воздаем Тебе славу. Аминь. Слава Богу. На этой передаче мы поговорим о том, что приносит победу в жизни во Христе Иисусе, о том, как ежедневно жить верой в воскресшего Господа Иисуса Христа, верой в Его Слово, верой в тот факт, что мы искуплены. Есть одно местописание в Библии, которое говорит, мы имеем веру в кровь Иисуса, и мы имеем веру в действия Божьи. Аминь. И мы в свое время уже говорили о том факте, что мы на самом деле искуплены. Мы говорили о том, что слово Божье, вот это слово, это слова Бога, обращенные лично к вам. У нас есть завет с Богом Отцом, благодаря крови Господа Иисуса Христа. Бог заключил с нами договор, подписанный и скрепленный кровью Его Сына. И Он не лицеприятен. И вы можете стоять и опираться на Его записанное Слово. Его Слово ⁇ это Его обязательство. Слава Богу! И мы уже говорили об этом и разбирали это. И сегодня мы поговорим о том факте, что мы являемся праведностью Божьей. Мы были сделаны правыми в Его глазах. Он принял нас в возлюбленном Иисусе, в Его возлюбленном Сыне. Когда мы пришли к Богу и сказали, «Я принимаю Иисуса Христа, как моего личного Спасителя, Господь Иисус, войди в мое сердце», то Бог никак не мог сказать, «О, нет, 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 ты был слишком плохой, ты вел себя слишком неподобающе». «Нет, нет, 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 ты не настоящий человек, ты нам не нужен». Продолжай в том же духе и продолжаю тева, ты нам не нужен. Нет, он не мог этого сделать, потому что Он принял эту жертву на Голговском кресте еще до того, как ее принял кто-либо из людей. Поэтому, когда мы приходим к Нему, то Он уже принял Иисуса воскресшим из мертвых. Он уже принял пролитие драгоценной крови Иисуса. Он уже принял это. И что касается Его, это все уже совершилось. Когда мы с вами пришли к Нему, то в тот момент это мы приняли Его. Библия говорит во втором Коринфянам, что мы примирились с Богом, потому что Бог, находясь во Христе Иисусе, когда Он воскресил Его из мертвых, аллилуйя, примирил нас с собой. О, брат, такое впечатление, что мои молитвы не поднимаются выше потолка. А им не нужно подниматься и выше вашего носа. Слава Богу. Я имею в виду, что Он здесь, Он там. Он в вас, Он на вас, Он вокруг вас, Он впереди вас, позади вас. Слава Богу и благодарение Богу. Он Господь над вами. Хвала имени Господа Бога во веке. Аминь. И нам нужно разобрать... Тему имени Иисуса. Человек в понимании Бога рождается заново, когда он выходит из-под власти дьявола и переводится в царство возлюбленного Сына Божьего. И здесь речь не о том, что произойдет после того, как вы умрете. Послушайте. Это в послании к Колоссянам. «Благодаря Бога и Отца» — это Колоссянам 1.12. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, и избавившего, уже избавившего, нас от власти тьмы, и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его. Поэтому это происходит не после того, как вы умираете и уходите на небо. Это произошло, когда вы сделали Иисуса Господом в вашей жизни и приняли Его как вашего личного Спасителя. Вы родились заново. И Бог, зная, что когда это происходит, в духовном мире вы поначалу являетесь младенцем. Вы никогда там раньше не были. Вы сталкиваетесь с врагом по имени Сатана, и он будет делать все возможное, чтобы украсть, убить и погубить. Понимаете, Бог все это знал. И Бог, зная, что когда вы являетесь новорожденным духовным младенцем, у вас нет всех этих духовных знаний. Вы еще ребенок, вы еще младенец. В духовном плане и Библия сравнивает это с естественным ростом. Вы не родились на этой земле взрослым человеком. Что ж, вы не родились в Царстве Божьем взрослым духовно. Вы должны были возрастать. Библия говорит, чтобы мы возлюбили чистое молоко Слова Божьего, дабы от него возрасти. И затем в послании к евреям Библия говорит обо всех преимуществах и пользе твердой пищи Слова Божьего. И большинство христиан никогда даже не слышали никакой твердой пищи Слова Божьего. И даже то небольшое количество твердой пищи, которое они слышат, обычно они ее выплевывают и говорят, ⁇ О, мы не хотим ничего подобного ⁇ и они отвергают ее. Поэтому Бог, зная, что оно так будет, знал, что нам сразу же понадобится оружие, которое намного сильнее, чем что-либо, что может выставить против нас ад и этим оружием в устах. На устах веры новорожденного чада Божьего является имя Иисуса. Библия говорит, что перед Ним преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Слава Богу! В одном из переводов Библии это звучит так. «Всякое колено существ на небе, существ на земле, существ под землей. Преклонится всякое колено и всякий язык, исповедует, что Иисус Господь во славу Бога Отца». Аллилуйя! Слава Богу! Итак, вера в это имя является настолько важной, она настолько важна, что Библия повелевает нам в первом Иоанна, в заповеди оставленной церкви, верить в имя Его Сына Иисуса и любить друг друга. Это заповедь данной церкви. Самое смешное, что большинство людей отбрасывают первую ее часть и никогда ее даже не цитируют. Если вы спросите у кого-то, какая нам, как телу Христова была оставлена заповедь, какая нам дана заповедь, большинство людей либо попытаются перечислить 10 заповедей, либо скажут, что мы должны любить друг друга. И на самом деле, брат Копланд, вы хотите сказать, что мы не должны соблюдать 10 заповедей? О, нет, вы должны. Не скатывайтесь с такого рода мышления. Нет. Но если вы будете соблюдать заповедь любви, тогда у вас не будет никаких проблем с десятью заповедями. Понимаете, если вы любите меня, вы не будете у меня красть. Если вы любите меня, вы не будете меня убивать. Если вы любите меня и ходите в любви, вы исполните закон, так говорит Библия. Итак, нам была дана одна заповедь, но вторая ее часть не является всей ее. Она состоит из двух частей. Он говорит, чтобы мы верили в имя Сына Его, Иисуса, и любили друг друга. Слава Богу! Поэтому я хочу поделиться с вами некоторыми деталями того, что Слово Божье говорит о его имени и как мы должны его использовать. Во-первых, я хочу показать вам из третьей главы книги Деяний что-то, что является настолько интересным и настолько важным знанием для нашего духовного развития и для нашего избавления, для нашей жизни. Я говорю об этой жизни на Земле, когда наши нужды восполнены, когда наша жизнь является жизнью силы и крепости. И я не говорю о том, что у вас в этой жизни больше не будет никаких проблем. Я хочу вам кое-что сказать. До тех пор, пока вы находитесь на этой Земле, в этот период, когда у дьявола все еще есть контакт с людьми, вы будете сталкиваться с проблемами. У вас будут возникать проблемы. И то, что вы соединяетесь с Иисусом, не избавляет вас от проблем. Но это дает вам крепость и силу. Он, Его Дух, будет давать вам пути того, как решать эти проблемы и ходить в победе над ними. Но вы не попадете в какую-то своего рода утопию, в которой нет никаких проблем. Нет, нет, нет. Послушайте, такого не будет. Нет, нет. Но вы попадете в сферу жизни, которая является весьма могущественной, весьма свободной. Аллилуйя. И само знание того, что нам было дано оружие его воинствования, слава Богу, для нашего избавления, может приносить великое утешение и великое удовлетворение жизнью. Аллилуйя. Итак, не позвольте этому испугать вас. У вас будет больше проблем, чем когда-либо раньше в вашей жизни. О, брат Копленд, у меня и сейчас хватает проблем. Нет, нет. Так, подождите минутку. Чем больше вы узнаете тем больше проблем вы сможете побеждать и преодолевать. Чем больше вы ходите верой, тем больше вы ходите в имени Иисуса, со знанием Его силы, и это знание приносит результат. И чем больше вы ходите в этой силе, в победе во Христе Иисусе, и чем меньше вы ходите в теориях, теологиях, доктринальных представлениях и так далее, и благодарение Богу за все эти исследования и так далее. Для этого есть свое место, но это не то, о чем мы говорим здесь на этой передаче. Мы говорим о том, чтобы каждый день жить с верой во Христа Иисуса, верой в Его имя, верой в Его кровь, верой в присутствие Духа Святого, верой в ваше правильное положение перед Богом, будучи движимыми, не проблемами или не тем, что вы чувствуете или видите, а будучи движимыми только тем, во что вы верите. Верой проходите, выбирайтесь, входите, чтобы там не требовалось, чтобы свобода, которая во Христе Иисусе, не только вывела вашу жизнь на более высокий уровень. И вся суть не только в этом. Это лишь только начало. Это то, где вы начинаете учиться и узнавать это. Но чтобы она, вывела вас на такой уровень, когда вы сможете простираться к другим, живя этой превосходной жизнью во Христе Иисусе, и помогать им получать избавление и освобождение, помогать другим получать восполнение их нужд, приводить других к той жизни, которой вы наслаждаетесь. И вы должны начать со своей жизни. Вы не можете благословить кого-то благословением, которого у вас нет. Поэтому вы начинаете со своей жизни. Вы начинаете сами жить жизнью веры, жизнью избавления, жизнью в имени Иисуса, жизнью в Духе Святом. Но не это является целью. Цель не в том, чтобы просто вам стало комфортно. Суть не в этом. Не в этом. Я живу так уже. Дайте-ка я посчитаю. Я живу так с 1967 года. И я родился свыше в 1962 году. А в 1967. Я начал узнавать, кто я во Христе Иисусе. Начал ходить верой. Я одержал некоторые великие победы в самом начале, на начальных этапах. Но с годами, когда я развивался и проходил через многие вещи в этой жизни, сталкивался с многими бесами и служил многим людям в разных сферах моей жизни, я чувствую себя комфортнее, чем когда-либо раньше в своей жизни. Но есть разные сферы в моей жизни, в которых у меня сейчас больше проблем, чем было когда-либо раньше. И сейчас самая большая часть проблем в моей жизни связана со служением вам. Понимаете? Нам с Глорией для жизни нужно не так много денег. Я имею в виду, что наши дети уже выросли. Нам для жизни нужно не так много денег. Я в действительности лишь время от времени применяю свою веру. Да, я постоянно хожу в вере в том, что касается восполнения моих личных нужд в финансовом плане, одежды, еды и так далее. Но мне очень сильно приходится применять и расширять свою веру в финансовой сфере в том, что касается телевизионных передач, радиопередач, поездок, служения и конференций, книг и кассет, а также чтобы проповедовать в других частях мира помогать другим проповедникам и миссионерам и так далее. Вот где моя вера. И в той сфере я сталкиваюсь с куда большими проблемами, чем те, которые у меня когда-либо были. Поэтому мой личный комфорт не имеет к этому практически никакого отношения. Я буквально недавно пережил некоторые настоящие личные сражения и некоторые настоящие личные проблемы. Я столкнулся в духовной сфере с некоторыми вещами, которых я никогда раньше не видел. И мне пришлось вернуться к основам веры и избавления, чтобы вернуть мою жизнь в правильное русло, в котором она и должна течь, для того, чтобы ходить в помазании Божьем и ходить в тех вещах, которыми я с вами сейчас делюсь. Поэтому я говорю не о какой-то беззаботной жизни. Нет, нет, нет. Но я говорю о том, чтобы победоносно идти по этой жизни во имя Иисуса. Поэтому возьмите свою Библию, если вы еще этого не сделали, и у нас осталось еще две или три минуты. Я хочу прочитать это местописание из третьей главы книги Деяний. Я хочу показать вам что-то в отношении ранней церкви. Мы осознаем, насколько мощно Дух Божий проявлялся в жизни этих людей. Не только в жизни Петра, Иоанна, Иакова и тех 120 в день Пятидесятницы. Но я имею в виду, что во всей книге Деяний среди них совершали сильные, мощные вещи. Петр и Иоанн. Шли вместе в храм, в час молитвы 9, и был человек храмой очерева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна, пред входом в храм просил у них милостыни, или он попросил у них денег. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал: Взгляни на нас, послушай. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назарея. Встань и ходи». О да, брат Копланд, ну знаете, это произошло потому, что Петр был апостолом. Не торопитесь делать такое заключение. Большинство из вас знает эту историю. Этот человек встал. Они взяли его за руку, подняли и сказали, «Во имя Иисуса встань и ходи». Он вскочил и начал бегать, прославлять Бога, скакать и восклицать. Аллилуйя. Я хочу, чтобы мы посмотрели, что сказал Петр. Знаете, в настоящий момент, вместо того, чтобы теоретизировать по поводу того, что произошло, почему бы нам не обратиться к источнику и не узнать от самого того человека, что именно произошло? Итак, когда все смотрели на этого человека, они знали, что это был тот хромой, который изо дня в день всю свою жизнь сидел там у входа. Петр, он встал посреди всего этого и сказал, «Мужи израильские, что вы смотрите на нас?» Послушайте это. Когда он увидел все это, он сказал, «Что дивитесь всему?» Или «Что смотрите на нас?» Как будто бы мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит. Итак, послушайте, что он сказал. Если бы он был сегодня здесь, он бы сказал, «Это произошло не потому, что я апостол, не потому, что у меня с Богом есть что-то особенное. Этот человек ходит не по этому». И когда вы приходите к 16 стиху, он говорит вам, почему тот хромой начал ходить. «И ради веры во имя Его». И имя его укрепило сего, которого вы видите и знаете. И вера, которая от него, даровала ему исцеление сие пред всеми вами. Слава Богу. Он сказал, «Это моя вера в имя Иисуса сделала то, что этот человек ходит». И позже Петр сам написал в послании, которое адресовал всему телу Христову, поскольку оно в Новом Завете. Он написал в этом послании, Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде или праведности Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Слава Богу. Итак, он не получил через Иисуса Христа, я не получил через Иисуса Христа что-то такое что не получаете через Иисуса Христа вы. Слава Богу, Он – источник всего. Это была вера в Его имя, которая сделала то, что тот человек начал ходить. И в заключении сегодня, позвольте мне напомнить вам, что сказал Иисус после Своего воскресения. Буквально за мгновение до Своего вознесения к Отцу Он сказал, «Вы возьмите Мое имя». Это все, что знала ранее церковь. А они не могли тогда открыть первое или второе Коринфянам, или Ефесянам, или послание к евреям и так далее. У них их не было. Они знали только то, что Иисус сказал, «Идите во имя Мое и изгоняйте бесов, возлагайте руки на больных, и они будут здоровы». Слава Богу! У вас есть имя Иисуса. Аллилуйя! Вам пора создать уверенность и веру в Него, и дьявол преклонит пред ним колено. Молитва все изменяет. Вера в Его Слово изменит жизненные обстоятельства. Для этого и существует эта передача. И мы хотим делиться тем, чему мы научились в нашей жизни в этом служении, что принесло нам результаты, принесло нам избавление, принесло нам преуспевание в жизни. И мы хотим делиться этими вещами, чтобы вы могли возрастать в вере и возрастать в вещах Божьих, каждый день жить в победе. Аминь. Давайте помолимся перед тем, как мы обратимся к Слову Божьему. Отец, мы благодарим Тебя сегодня за Слово Божье, и мы воздаем Тебе хвалу и благодарение за Него. Мы приписываем всю славу за каждое сказанное слово и за каждое совершенное дело могущественному имени Иисуса. И мы прославляем Тебя и благодарим Тебя за Него. Аминь. Если у вас есть сегодня рядом ваша Библия, я хочу, чтобы вы открыли вторую главу филиппийцам. Вчера мы начали говорить о силе и реальности власти могущественного имени Иисуса. Давайте обратимся ко второй главе послания к филиппийцам. И я особенно хотел бы остановиться на девятом стихе. Но сначала я хочу прочитать предыдущее, начиная с пятого стиха. Это настолько мощно, что большинство людей боится в это верить. Они либо боятся в это верить, либо они, когда читают Библию, даже когда серьезные исследователи Библии читают этот отрывок, они просто не обращают на него внимания и особо не вникают в эти слова и в то, что они в действительности нам говорят. Поэтому давайте сделаем это сейчас. Пятый стих. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Итак, здесь с самого начала нам говорится о том, что вы должны позволить этим чувствованиям или такому подходу быть в вас иначе его у вас не будет. И есть силы, которые будут пытаться помешать такому подходу быть в вас. Поэтому давайте прямо сейчас примем решение. Я позволю такому подходу быть во мне, который был и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Разве не странно так заявлять? Но в действительности если немного задуматься об этом, это то, что на самом деле постоянно делает религия. Мы почитаем хищением быть равными Богу или быть детьми Божьими. Или же мы думаем, что мы не будем находиться в состоянии смирения, если будем считать себя посаженными Его силой по правую руку величия на высоте, вы скажете, «Да, брат Копланд, но это был Иисус». Что ж, он только что сказал, «У вас должны быть те же чувствования, какие были во Христе Иисусе, который не чувствовал, что он обкрадывал Бога, когда назывался его сыном». Или другими словами, «Ну, кто я такой, чтобы быть сыном Божьим?» Но в то время, когда Иисус двигался в своем земном служении, все вокруг именно так на него и смотрели. Они говорили, да что он о себе возомнил? Как он может тут кем-то быть? Он всего лишь сын плотника, мы его знаем, мы знаем его родителей. И они не оказывали Иисусу того почтения, которое должно оказывать пророку. Итак, ухватитесь за это. Ухватитесь за эту мысль. Когда мы будем читать дальше, поскольку... Это раскроет наше мышление и даст нам ключ к жизни в победе к жизни верой, чтобы побеждать все проблемы и жизненные бури. Итак, послушайте это. «Ибо вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. И послушайте дальше. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Он дал ему имя. Он дал ему имя. Послушайте. Бог превознес его и дал ему имя выше Всякого имени. И давайте очень быстро откроем послание к Ефесянам и посмотрим, что там в первой главе говорится об этом имени. Это молитва, которой молился апостол Павел. Я молюсь ею каждый день. Я молюсь этой молитвой каждый день за это служение. Я молюсь ею за свою семью, я молюсь ею за себя. Я молюсь этой молитвой каждый день за всех моих партнеров этого служения. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерное величие могущества Его в нас, верующих, или другими словами, что все это могущество, вся эта сила означает сейчас для меня, как для верующего, по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти и силы и господства. И поймите и ухватитесь вот за эту фразу. «И всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем, чтобы когда-либо не было создано, не было открыто, когда-либо не вышло из сердца и разума всемогущего Бога, чему когда-либо было дано имя, оно подчинится имени Иисуса» оно подчинится имени Иисуса. Аллилуйя. Всякое имя именуемое. И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его. Итак, это говорит о власти говорит о том, что ему было дано имя, которое выше всякого именуемого имени. И мы читали в послании к филиппийцам. Давайте снова вернемся к нему. Я хочу, чтобы вы пометили это в своей Библии. Сделайте заметку где-то на полях своей Библии или где-то в другом месте. Пометьте это. Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. А здесь говорится всякого именуемого имени. Это важно. Всякого именуемого имени. Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Телу Христову было дано полномочия, законное право и власть, использовать имя Иисуса. Точно так же, как женщине, когда она выходит замуж, дается законное право и власть взять в данном случае фамилию ее мужа, того человека, с которым она состоит теперь в завете, того человека, с которым она стала одним целым. Эти мужчина и женщина соединяются, и женщине дается фамилия этого мужчины, и всю свою оставшуюся жизнь она считает эту фамилию своей собственной. Я хочу, чтобы вы знали, Глория Копланд может подписываться фамилией Копланд. Независимо от того, чувствует она, что она замужем или нет. Она может пойти в банк и снять со счета все мои деньги. И ни один банкир там не позвонит мне и не спросит у меня ничего. Почему? Потому что это ее фамилия точно так же, как и моя. Когда она ее получила? Она вошла в жизнь, власть и в действие моей фамилии, когда мы с ней поженились или соединились, став одним целым в завете. Именно этим и является брак. Мы, названы невестой Иисуса Христа. Мы соединились с Ним, став одним целым. Библия говорит, мы с Ним одно, мы в Нем одно, мы один дух с Господом, и мы кость от костей Его, и мы плоть от плоти Его. Поэтому нам было дано Его имя. Итак, давайте поговорим немного об этом имени, которое выше всякого имени. Как-то раз я молился по телефону за одного моего друга, и у него было заболевание желудка. И когда мы молились, мне не приходило это на ум, хотя я уже долгое время проповедовал о власти имени Иисуса. И я говорил с ним по телефону и мы обсудили с ним Слово Божье. Я поделился с ним некоторыми вещами, и он был готов молиться. Я был готов молиться. Мы с ним вместе были готовы согласиться в молитве. Иисус сказал, «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди них. Его имя может делать все то, что может делать он. Ваше имя является таким же надежным, как и вы сами. Если ваше слово не является надежным, тогда и ваше имя ненадежно. Если ваше имя не является надежным, это означает, что ваше слово ненадежно. Вы понимаете, что я имею в виду? Его слово является надежным, поэтому его имя надежное. И когда мы молились по телефону, он соглашался со мной, и я молился. Я уже помолился какое-то время, и как только я сказал «Отец, во имя Иисуса», вот это местописание, которое я только что читал вам, зажглось в моем сознании, в моем духе, в моем разуме, и вышло из моих уст. Его имя было превознесено. Ему было дано имя, которое выше всякого именуемого имени. Не только в всем веке, но и в будущем. И когда я это сказал, все это местописание начало разворачиваться внутри меня. Понимаете, что перед этим именем преклонится всякое колено. Все это в один миг, буквально за мгновение откровения в моем духе, которым осенил меня Дух Божий. Все это, как вы говорите, стало настолько ясным и четким в один момент. Я увидел это намного быстрее, чем могу вам сейчас это рассказать. Я сказал своими устами в тот момент. Я сказал, рак это имя. Для меня это было откровением. Я знал, что все было именем. Я имею в виду, что я был не настолько тупым, но до меня никогда не доходило, что это имя, которое именуется. И здесь говорится, что Иисусу было дано имя, которое выше всякого именуемого имени. Здесь говорится не только о людях, здесь говорится не только о бесах. Я имею в виду, что вот это стол, это имя, это стол, это имя, это пиджак, это имя, рак это имя, артрит это имя, болезнь это имя, немощь это имя, нищета. Это имя. Проклятие это имя. Нищета это имя. Нищета и проклятие это имена. И как только я это сказал, я хочу, чтобы вы знали, мой дух просто взорвался внутри меня, равно как и Его. Я сказал, Иисус был превознесен, и Ему было дано имя, которое выше всякого имени. Рак, ты имя, и ты должен преклонить свое колено перед именем Иисуса. Слава Богу. И вскоре после этого мне позвонил один мой очень близкий друг, который находится в служении. Мой друг, проповедник, он еще и пилот, он пилотирует самолеты. Он был летчиком-истребителем Военно-воздушных силах США. Его зовут Хью Смит. Я считаю его одним из моих лучших друзей и одним из помазанных мужей Божьих в Соединенных Штатах. Хью в тот день поехал в аэропорт. Механик что-то делал с его самолетом. Хью как раз собирался лететь на нем куда-то, поэтому он начал предполетную подготовку, подумав. К тому времени как механик, закончит свою работу, я практически закончу предполетную подготовку. Я буду готов сесть в самолет и лететь, понимаете? И когда он проходил мимо одного из пропеллеров, пропеллер был вот в таком положении, и он просто вот так его повернул, просто взял и где-то вот так его повернул. Он просто взял и повернул этот пропеллер. Этот пропеллер а точнее двигатель, зажигание, хотя оно было выключено в кабине пилота, но произошел так называемый пробой. Индуктор был под напряжением, хотя выключатель был выключен. И это была одна из тех странных вещей, что когда он повернул тот пропеллер, двигатель завелся, и когда он завелся, пропеллер провернулся и ударил его по лицу. Он ударил его по носу, сломал там кости, сломал кость в области брови. Хью упал на землю и лежал там в луже крови, то приходя в сознание, то снова его теряя. Я мог бы продолжать описывать все, что там происходило, но большая часть всего этого сейчас не важна для того, о чем мы говорим. Но я хотел, чтобы вы поняли, с какой ситуацией мы имеем здесь дело. И потом, оглядываясь назад, он осознал, что это чуть не убило его. Если бы он не знал все то, что он знал благодаря силе Божьей, и живя верой, он, возможно, уже отправился бы домой к Господу. В любом случае, его отвезли в больницу. И он был уже там, когда я узнал о случившемся. И я поехал к нему в больницу. Я стоял там рядом с его кроватью. И пришли врачи, и показали рентгеновские снимки. И сказали, пластическому хирургу придется пришить вам назад нос. Вам отрезало нос. И врач показал нам рентгеновские снимки, на которых вот эта кость была сломана. Кость здесь была сломана, и все такое. Когда врачи ушли из палаты, я спросил, «Хью, ты готов помолиться?» Он ответил, «Я готов». И я взял его за руку, и мы с ним начали молиться. И внутри меня поднялось вот это место Писания, которым я только что делился с вами это было уже после того как я получил то откровение когда молился по телефону со своим другим другом поэтому это было живо и было по вере огонь Божий горел в моем духе в отношении этого благодаря этому откровению от Бога об имени Иисуса я знал о силе имени Иисуса я проповедовал обо всех этих вещах но вот это откровение о том что всякое именуемое имя должно преклонить свое колено пред именем Иисуса о и когда я возложил руку на Хью, я сказал, «Каждая клетка плоти, преклони свое колено пред именем Иисуса». Я сказал, «Каждая кость, преклони свое колено пред именем Иисуса». Я сказал, «Каждая связка, каждая мышца, преклони свое колено пред именем Иисуса» преклони свое колено пред этим исцеляющим именем. И мы с Хью согласились в молитве. И он начал говорить во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я говорю этой сломанной кости и приказываю ей быть нормальной и исцеленной. И мы прошли по всем моментам, понимаете? Мы с ним уделили достаточно времени тому, чтобы приказать всему этому преклонить свое колено пред именем Иисуса. Потом его перевели в другую больницу, чтобы пластический хирург мог восстановить ему нос. И когда он оказался там, врачи пришли и осмотрели его, они видели его рентгеновские снимки и все остальное, но они захотели еще раз сделать рентген. Поэтому ему еще раз сделали рентген. И тот врач, который был пластическим хирургом, пришел и сказал, Хью или... Преподобный Смит, знаете, я пришью вам ваш нос, но в действительности вам не нужен пластический хирург. Наши снимки показывают, что у вас не настолько серьезные повреждения, какими они выглядели. И у вас в действительности здесь нет никаких сломанных костей. За то время, пока он из одной больницы был переведен в другую, послушайте, вот эта кость срослась и восстановилась. Эта кость срослась и восстановилась. Тот врач пришил ему его нос. Ему не пришлось ничего разрезать и восстанавливать. Он просто пришил все на место. И еще до конца недели, либо на следующий день, либо через день, я уже точно не помню но в любом случае, это было чудо. Хью Смит снова поехал в тот аэропорт, сел на самолет и полетел в штат Южная Дакота проводить там новую серию собраний. Слава Богу! Здоровый человек! Аллилуйя! Благодаря чему? Благодаря имени Иисуса и нашему данному Богом, купленному кровью Иисуса, праву Безбоязненно использовать это имя перед лицом разрушения и бедствия. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Я хочу прочитать вам местописание из книги Притч. Это 18 глава Притч, 10 стих. Послушайте это. Имя Господа крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Позвольте мне прочитать это еще раз. Имя Господа — крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Имя Иисуса — это замечательное безопасное место, замечательная безопасная башня, высокая башня оно выше всякого именуемого имени. И праведник или чадо Божье, тот, кто сделал Иисуса Христа Господом в своей жизни, убегает в Него. И сегодня я хочу поговорить с вами об этом. Но сначала давайте прочитаем некоторые места Писания. Помните то место Писания, которое мы читали из второй главы Филиппийцам, 9 стих? «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, слава, во славу Бога Отца. Аллилуйя. А теперь давайте вернемся к посланию к Ефесянам. Я хочу еще раз напомнить вам, что эти послания, послание к римлянам, первое-второе послание к Коринфянам, Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Первое и Второе Фессалоникийцам. Все они были написаны для таких людей, как мы с вами. Они были написаны для церквей, в которых были люди разных профессий и рода занятий, разного статуса в жизни и так далее. И то, что было хорошо и полезно для церкви в Ефесе, хорошо и полезно и для церкви в Далласе или Милуоке, или в Атланте, в Чикаго, где бы вы ни были. Сегодня оно так же полезно, как и тогда. Эти вещи вечны. И каждое обетование здесь для вас. Итак, заметьте следующее. Это место Писания говорит, что ему было дано имя. Бог превознес его и дал ему речь об Иисусе. Бог превознес его и дал ему имя, которое выше всякого имени дабы пред этим именем преклонилось всякое колено, и всякий язык исповедал, что Иисус — Господь во славу Бога Отца. Итак, ухватитесь за это. В первой главе послания к Ефесянам. О, слава Богу! Там говорится, «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просвети лучше сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерное величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал, или которую Он действовал, вот эта сила. Что ж, вот что это означает для нас, верующих. Это сила, которую Он действовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. Итак, ухватитесь за это. Бог превознес его и дал ему имя которое выше всякого имени. Он воскресил его из мертвых и посадил его в позицию власти. Понимаете? Намного выше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого. Хорошо, и так послушайте. Давайте обратимся к третьей главе послания к Ефесянам. Я хочу, чтобы мы посмотрели, начиная с... Давайте начнем с 12 стиха. «В котором мы имеем дерзновение...» Речь об Иисусе, понимаете? «В Иисусе мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». «Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава». Итак, послушайте, потому что он собирается рассказать им, как он за них молится. Это молитва Духа Святого, слава Богу. Итак, послушайте это. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество, вся семья на небесах и на земле». Вы это понимаете? Ему было дано имя, которое выше всякого имени. И Павел говорит, от которого, говоря об Иисусе, от которого именуется всякое Отечество, вся семья на небесах и на земле. У нас есть Его имя, и Его имя выше всякого именуемого имени. Мы молимся во имя Его. Слава Богу. Мы говорим во имя Его. Кто-то спросит, да, но брат Копланд, есть ли у меня право постоянно использовать это имя? Да. А следует ли мне молиться в это имя или нет? О, я знаю, что вы чувствуете. Когда вы только-только ухватываете за это, Боже мой, вы чувствуете страх и трепет перед Богом Всемогущим, вы с трудом можете поверить в то, что вы слышите, Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, слава Богу. И дальше говорится, от него именуется все Царство Божье, вся семья Божья на небесах и на земле. У нас есть Его имя. Хотите знать, что делать в Его имя? Я прочитаю вам, что делать во имя Иисуса. В послании к Колоссянам он описал образ жизни верующего, образ жизни силы и Духа Божьего, которые есть в нашей жизни. И затем он начинает подводить итог. И прямо здесь он говорит. И это обращено не только к апостолам, или пророкам, или евангелистам, или пасторам, или учителям. Поскольку стихом выше говорится, «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники». Знаете, если вы работаете на General Motors, или на кого бы вы ни работали, то работайте усердно не только тогда, когда мимо проходит проверяющий, или ваш начальник, или кто-то еще. Работайте по-настоящему усердно, не только перед ним. Да, он сказал, поступайте правильно, всегда работая усердно, потому что вы служите Господу Иисусу. И Иисус смотрит не только тогда, когда мимо вас проходит начальник. Аминь. Итак, Павел говорит о вашей работе. Он говорит о таких простых людях, как мы с вами. Он говорит о людях, которые работают, которые пилотируют самолеты, плавают на кораблях, делают гамбургеры и... О проповедниках тоже, обо всех нас. Обо всех нас, кто сделал Иисуса Христа Господом в своей жизни. Послушайте, что он сказал. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога». И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Все, что делаете, делайте от души. И вернитесь назад к 17 стиху и послушайте это. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя. Господа. Во имя Господа. Что бы вы ни делали. Если вы автомеханик, то вы должны чистить свечи зажигания во имя Иисуса. Вы должны регулировать все во имя Иисуса. К вам привозят какую-то видавшую виды машину, и никто не может понять, что с ней такое, вы можете взяться и за ее ремонт во имя Иисуса, и Дух Святой покажет вам, как ее починить. Слава Богу. Говорю вам, вы можете делать это в это имя, в это могущественное имя. Аллилуйя. И по мере того, как вы это делаете, по мере того, как у вас начинает развиваться такой образ жизни, и там, где вас раньше бросало из стороны в сторону, и вы, выбираясь из одной крайности, подали в другую, и, казалось, никак не могли оставаться где-то посередине, но когда вы начинаете делать все это во имя Иисуса, ходя на основании Слова Божьего, осознавая, что тот, кто вас больше того, кто в мире, и у вас есть определенные права в Царстве Божьем, мой Бог восполняет мои нужды по Его богатству в славе. И я ежедневно общаюсь с Господом. И Господь – пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. У меня есть друг, который живет в крупнейшем городе Соединенных Штатов. И у них была серьезная проблема с городским водоснабжением из-за того, что сломался один из главных насосов на том озере, из которого они закачивали воду в систему. И туда поехали все инженеры. И они никак не могли разобраться, что с этим делать. И мой друг работает в бизнесе, занимающемся сталью, сваркой и так далее. И их человек тоже уже поехал туда, потому что городские власти часто обращаются к ним. Но он ничего не мог сделать. Он не мог понять, что делать. И он поехал в церковь. И как только он сел, он сказал, как только я сел в церкви, как раз начиналось утреннее служение. Его жена села рядом с ним. Он быстро наклонился к ней и сказал, я еду туда на озеро. Или где бы ни находился там этот насос. Он сказал, доберись домой сама, мне нужно ехать. И он уехал. То есть, когда он сел в церкви, Дух Божий внутри него вдруг показал ему, как починить этот насос. По сути, насос у них заработал, но они не могли все это снова как-то соединить. И вот он вышел из церкви, сел в машину и поехал туда. И по дороге туда он разговаривал с Господом. Понимаете? Сидя там, в своей машине, он не говорил, «О, великий Бог, о да. То есть он не говорил просто какие-то религиозные фразы. Нет, он разговаривал с Богом, главным водопроводчиком. Он разговаривал с Богом, главным разработчиком насосов. Он разговаривал с Богом, господином этого дня. Он разговаривал с Богом, воскресшим Господом Иисусом Христом из Назарета. Он разговаривал с Богом, пребывавшим внутри него. И он делал все это во имя Иисуса. И тот старый насос должен был преклонить свое колено. То, с помощью чего они пытались соединить все это, должно было преклонить свое колено. И все ангелы Божьи, работавшие там, работавшие с ним, работали во имя Иисуса. Слава Богу, о да, аллилуйя. Это откровение, о котором тело Христова мало слышало что в этой книге Бог Всемогущий заключил с нами завет и соединил нас с Иисусом, как невеста соединяется со своим женихом. И в наших отношениях с Ним, отношениях кровного завета, нам были даны полномочия, данная Богом власть, чтобы, что бы мы ни делали, что бы мы ни говорили, мы делали и говорили это во имя Иисуса. И что бы мы ни делали, что бы мы ни говорили, чтобы дьявол не пытался выбить из колеи, этому в конечном итоге придется вернуться в свою колею, потому что этому придется преклонить свое колено. Дьявол и всякое начальство и власть должны преклонить свое колено перед могущественным именем Иисуса. И я знаю, что это ранит сердце Бога, потому что это ранит мое сердце и насколько Бог чувствует все более тонко, нежели я. Я знаю, что христиане преклоняют свое колено перед всем, с чем они сталкиваются. Они преклоняют свое колено перед любой опасной погодой, которая обрушивается на город. И даже когда они по поводу ее и молятся, то это какая-то вялая, неуверенная молитва. «О, Бог, помоги нам! На город движется ураган! Он всех нас моет в океан. О, Боже, помоги нам. Помочь вам в чем? Лишь только некоторых из них осеняет выйти на улицу и проговорить к этому урагану во имя Иисуса. Да, но... О, брат Копланд! Это звучит как какая-то странная теология. Это вообще не теология, это факт. В имени Иисуса есть сила. Слава Богу! В имени Иисуса есть сила. А что, если бы я вышел и проговорил к этому рогану и потерпел неудачу? Дорогие, позвольте мне вам кое-что сказать. Ваша самая большая ошибка в том, что вы настолько боялись потерпеть неудачу, что никогда даже не пытались это сделать. И вы будете терпеть неудачу. Аминь. Вы будете все портить, терпеть неудачу и все такое. Но это куда меньше неудачи, чем вообще даже не пытаться. Говорю вам, я видел всевозможные природные катаклизмы. Я видел, как любые погодные явления, о которых вы только можете подумать, преклоняли свое колено пред именем Иисуса. Я видел торнадо. Я говорю не об одном торнадо, я говорю не о двух торнадо. Я говорю о том, что они неоднократно, моментально реагировали на имя Иисуса, когда мы с Глорией или другие верующие говорили им и видели, как они возвращались обратно в ту грозу, из которой вышли. Как-то раз я летел в небольшой городок в Арканзасе. Я летел из района Форт-Уорт, Даллас. Я направлялся в сторону Тексарканы. А затем вблизи Тексарканы я собирался повернуть немного на север, в сторону того маленького городка. Я наблюдал за приближающейся большой грозой. Сначала я увидел ее на радаре. А когда я подлетел ближе, то, конечно же, я мог видеть ее. Понимаете? Она нависла там. Я летел прямо в сторону Тексарканы. И я подлетал с этой стороны, а гроза нависла вблизи Тексарканы. И я планировал сделать следующее. На радаре, получая данные с навигационной станции в Тексаркане, я мог видеть, где именно была гроза. И я подлетал с другой ее стороны, сзади вот так. Везде за ее границами было ясно. Везде была ясная и солнечная погода, за исключением той нависшей там грозы. И поэтому я планировал обогнуть ее вот так, с этой стороны, а затем вернуться туда, где я планировал приземлиться. И это было прямо на границе этой грозы. И рядом со мной на сиденье справа сидел младший брат моей жены, он никогда ничего подобного не видел я вылетел там вот так я вылетел достаточно близко к той грозе и только там где было ясно небо там не было никаких проблем я вылетел вот так и мы повернули назад к тому месту где мы должны были приземлиться в районе самого аэропорта было ясно о там где уже прошла эта гроза было повсюду полно воды. И как только мы обогнули эту грозу, там, с другой стороны, из этой грозовой тучи, вырвалась торнадо. Вот так, и оно обрушилось на землю вон там. А мы были вот здесь, в стороне от него. И оно обрушилось там на землю. И, казалось, оно было примерно в 4-5 километрах впереди нас. И когда я... Когда я его увидел, я хотел затронуть это, потому что это говорит нам о том, что что бы мы ни делали, что бы мы ни говорили, делайте и говорите это во имя Иисуса. Половина данной нам заповеди — это верить или иметь веру в имя Иисуса. И с годами вы развиваете это до такой степени, что именно это вырывается из ваших уст, а не какие-то глупости вроде а, мы все умрем! Мы все умрем! Понимаете, Боже мой. Или еще какие-нибудь богохульные слова, которые, например, были слышны на записях черных ящиков, столкнувшихся несколько лет назад Боингов 747. И там один из капитанов кричал и произносил имя Господне напрасно, говоря: Мы обречены, мы умрем! Это то, что вышло из его духа. Из его уст в тот момент разрушения. И я увидел это торнадо. И я не начал думать и молиться долго об этом. Я сказал, «О, нет, не смей! Во имя Иисуса возвращайся! Откуда пришло? Прямо сейчас во имя Иисуса! Возвращайся обратно!» И эта гроза, точнее, это торнадо, было такое впечатление, как будто оно было на какой-то пружине. Понимаете? Оно выскочило оттуда, и когда я проговорил к ним оно раз, и заскочило обратно в ту тучу. И вы могли бы подумать, что это было просто совпадение. Если бы оно не происходило снова, снова, снова и снова, когда вы живете здесь, в Техасе, у вас появляется много возможностей в том, что касается погоды. Мы говорили ураганом, целая группа нас собирается вместе, выходит на улицу, и говорит этому урагану или торнадо во имя Иисуса. Как-то раз мы проговорили к нему на одном из наших собраний, которые проходили в Бомонте, штат Техас. И оно дошло до береговой линии и просто остановилось. И в газете были заголовки. «Кто-то там наверху нас любит». Аллилуйя. Да. И вот мы приземлились, и младший брат Глории сказал своей маме. «Мама?» «Я никогда ничего подобного не видел». Она спросила, «О чем ты говоришь?» Он сказал, «Дядя Кеннет проговорил к этому торнадо, и оно просто запрыгнуло назад в ту тучу». Я никогда ничего подобного не видел. У него были вот такие большие глаза. Что ж, чего он не осознал, это что и он мог это сделать. Понимаете, Иисус укорил и отчитал Петра и всех остальных, находившихся в той лодке, за то, что они не встали на носу той лодки и не сделали то, что сделал он. Иисус сказал, умолкни, перестань. Они могли бы сказать, во имя Иисуса, которому я служу, умолкни, перестань. Это было бы равносильно его словам, потому что они бы сказали это во имя его. А его имя выше всякого существующего имени. Его силу, его имя, его слово, его жизнь, его кровь, его дух, его дом на небесах, его собственность, все, что есть у Иисуса. Он даровал это его невесте, его телу телу Христову. Мы стали с Ним одним целым. И все, что есть у Него, является нашим. И все, что наше, Его. Аллилуйя. Если вы никогда не делали Иисуса Христа Господом в вашей жизни, тогда все это ждет вас и ждет, когда вы примете Его как вашего личного Спасителя. Аллилуйя. Давайте помолимся и обратимся к Слову Божьему. Отец, мы благодарим Тебя за сегодняшнюю передачу. Мы воздаем Тебе хвалу и благодарение за Нее в могущественное имя Иисуса. Отец, помоги нам сегодня более ясно увидеть ту жизнь, которой Ты нас призвал. Мы воздаем Тебе всю хвалу и славу за это во имя Иисуса. Аминь. Если у вас есть Библия, я хочу, чтобы вы открыли ее первым делом на Евангелии от Марка. Мы сегодня обратимся к 16 главе Марка и увидим здесь кое-что очень интересное насчет отношения Иисуса к Его собственному имени. И всю эту неделю мы говорим о власти имени Иисуса, о реальности права, привилегии и, по сути, повеления, данного рожденному свыше верующему, иметь веру в имя Иисуса и безбоязненно использовать его перед лицом греха, болезни, бесов и страха. Слава Богу! Аминь. 16 глава Марка. И вся вот эта ситуация здесь, в большинстве случаев, когда люди читают это, Они читают это с неправильным отношением. Поэтому я хочу вернуться немного назад и описать некоторые из произошедших здесь вещей. Все эти люди, которые были ближайшими учениками Иисуса, не имели ни малейшего представления о том, что происходило на кресте. Если бы вы прочитали только Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, то вы бы так и не узнали что произошло от креста до престола. Вы бы никогда не узнали, потому что Иисус это сделал. Но теперь, похоже, вы знаете, потому что вы читали эти послания и слышали, как об этом проповедовалось. Но только лишь из Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна вы этого не поймете. Они подумали, что Иисус был побежден. Сначала все было замечательно, а потом все разрушилось и рухнуло. И в 16 главе Марка, и позвольте мне добавить это прежде, чем мы пойдем дальше, Дело было не в том, что он им не сказал. Дело было в том, что они не слушали. И в том, что это было тайной, как говорит Библия, сокрытой в Боге. Бог с Иисусом спланировали ловушку для сатаны. И он в нее попался. И попавшись в нее, сатана потерял власть над человечеством. Итак, извините, это происходит вскоре после того, как Иисус Воскрес из мертвых. Это то время, когда все ученики были вместе, и Иисус приходил к ним. Иисус служил им. Он являлся им. И он сделал и сказал им определенные вещи. И здесь он явился одиннадцати возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. И то, что он собирается сейчас сказать, это не какие-то высокопарные речи. Понимаете? «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению». Это было совершенно не это. Нет. Иисус отругал их за то, что они не верили. Итак, послушайте. И сказал им, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносные выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, он поговорил с ними и сказал им, они сидели там, наблюдая за ним и слушая его, зная, что он воскрес из мертвых, и он сказал, «Во имя мое вы идите». Вы изгоняете дьявола. Он не сказал, молитесь, и пусть Бог уберет от вас дьявола. Именно здесь у людей действительно возникают серьезные проблемы в отношении сражения с дьяволом и так далее. Они обращаются к Богу и начинают молить Бога о том, чтобы Он убрал от них дьявола. Но нигде в Новом Завете. До самой последней страницы книги Откровения не написано: Просите Бога убрать от вас дьявола. Там написано Во имя Иисуса, вы! изгоняйте его. Во имя Иисуса вы стоите. Во имя Иисуса вы облекитесь во все Божье. Во имя Иисуса, во имя Иисуса вы это делаете. Во имя Иисуса вы это делаете. Слава Богу. А затем прославляйте, поклоняйтесь и благодарите Его за то, что Он дал вам это имя, которое выше всякого именуемого имени. И мы говорили об этом на этой неделе. Во второй главе послания к филиппийцам утверждается, «Во имя Иисуса, точнее, извините, имя Иисуса выше всякого именуемого имени, и перед Его именем должно преклониться всякое колено небесных, земных и преисподних». Это покрывает весь спектр существования человека. Аллилуйя. Покрывает небеса, землю и преисподнюю. Но сегодня я хотел, чтобы мы посмотрели на следующее. Мы посмотрим на это под несколько иным углом, чем в предыдущие дни. Это имя, это имя Иисуса, которое выше всякого именуемого имени, было дано людям. Вы видите, что он здесь сказал? «Вы идите, возьмите мое имя, идите, возьмите мое имя». Он делегировал власть телу Христову. Затем мы читали в послании к Ефесянам о том, что он выше всякого именуемого имени. Позвольте мне прочитать это еще раз. Первая глава Ефесянам. «Бог воскресил его из мертвых и посадил одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его. Итак, позвольте задать вам вопрос. Здесь сказано, все покорил под ноги его и поставил его в владычестве намного выше всякого демонического начальства и власти. Все покорил под ноги его или под его власть, всякое именуемое имя, понимаете? И дальше говорится, и поставил его главою тела. Принадлежат ли ноги телу? Ноги являются частью тела, верно? Бог покорил все, не просто чуть ниже его шеи. Сказано, что он покорил все под его ноги. Другими словами, у тела Христова в имени Иисуса есть та же самая власть, те же самые полномочия и власть, которые есть у Его имени, когда оно Его использует. Если бы Иисус был сейчас здесь и сказал дьяволу «преклони свое колено», то дьявол преклонил бы свое колено. Верно? Аминь. Но когда вы во имя Его, понимаете, вы в теле Христовом, и все было покорено под Его ноги. Слава Богу. И где бы в этом теле ни находились: наверху, внизу, кем бы вы себя ни считали, ногами, слава Богу. Они часть тела, а мы его тело. Позвольте мне у вас кое-что спросить. Если бы вы увидели меня сейчас, входящим в дверь, вы бы сказали: посмотрите-ка, вот идет Кеннет Копланд и его тело. Нет. Вы бы сказали: Вот идет Кеннет Копланд и его голова. Нет. Я имею в виду. Что это просто Кеннет голова, тело и все остальное, верно? Конечно. Я имею в виду у моих ног то же самое имя и фамилия. Что и у моей головы. Что касается моего имени с фамилией и власти. У моей головы нет одной власти, а у моих ног какой-то другой. Где бы у меня ни было власти, это включает всего меня. Если бы кто-то дал мне право и власть руководить какой-то конкретной сферой, или мне поручили бы выполнять определенную работу, и у меня была бы определенная власть, например, стоящий на углу улицы полицейский, поднимает свою руку, а вы говорите, а я не обязан останавливаться. Почему? Ну, знаете, у его головы есть власть, а у его руки нет. Что ж, это глупо. Я имею в виду, что у этого полицейского есть власть от головы до ног, верно? Хорошо. Телу Христову была дана власть в имени Иисуса. И я хочу, чтобы вы ухватили здесь за кое-что. Знаете что? Пусть это проникнет в ваше сознание. Действительно ухватитесь за это. Вцепитесь в это зубами. Это коренным образом изменит вашу жизнь. И это вот что. Книга Деяний. В четвертой главе нам говорится, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы людям спастись. Я пытаюсь донести это до вас таким образом. Чтобы вы ухватились за это, Иисус сказал, вы идите по всему миру и проповедуйте Евангелие во имя мое и изгоняйте дьявола. Верно? Хорошо. Итак, послушайте, нет другого имени под небом данного человека. А кто его дал? Бог. Бог дал ему имя, и он Иисус. Через завет, когда вы сделали его Господом вашей жизни, он стал вашим Господом. Он стал для вас как муж. А как муж в завете с женой, он дал вам свое имя. Его имя дано людям. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы людям спастись. Нет другого имени под небом, данного людям, которым люди могут быть спасены. Тогда, где его имя? Я имею в виду, использует ли он свое имя на небесах? Нет другого имени под небом, данного людям, которым люди могут быть спасены? Использует ли он свое имя на небесах? Ну, не обязательно, потому что оно было дано людям. Аллилуйя. Оно было дано вам. Его имя дано вам Богом, чтобы вы использовали его как оружие. Помните, мы говорили об этом в понедельник, и я сказал вам, что Бог, понимая, с чем вам придется справляться, когда вы сделаете Иисуса Христа Господом в вашей жизни и родитесь свыше, будучи в духовном плане младенцами, маленькими детьми, вам приходится справляться со злыми силами, справляться с дьяволом, вам приходится справляться с бесами, со страхом и грехом, и, возможно, со старыми привычками, ошибками и какими-то вещами, которые должны быть изменены в процессе изменения всего образа жизни. И вы по ходу сталкиваетесь с этими вещами, являясь пока еще духовным младенцем. Что вы будете делать? Бог все это знал. Бог знал, сколько именно силы и власти должно быть в имени Иисуса для того, чтобы вооружить вас, даже как младенцев. У вас есть сила и власть говорить дьяволу, говорить бесам, говорить греху, говорить искушению, говорить слово живого Бога, говорить горе, говорить погоде, говорить силам болезни и немощи, говорить проклятию во имя Иисуса и ожидать, что оно преклонит свое колено. Аллилуйя. Иметь веру в это имя. Он знал, сколько силы и власти ему потребуется, и он вложил ее в могущественное имя Иисуса. А затем наделил вас привилегией, правом и властью, использовать его, как если бы оно было лично вашим. Подобно тому, как жена использует фамилию, данную ей ее мужем, нам было дано право, привилегия и власть. И была дана заповедь верить в это имя. Слава Богу. Итак, где ваше имя? Что вы имеете в виду? Где мое имя, брат Копланд? Что ж, его имя было дано людям. Где ваше имя? Я же сказал вам, это коренным образом изменяет вашу жизнь и ваше мышление. Я имею в виду, это не что-то религиозное. В религиозных кругах вы редко такое слышите. Но я вам кое-что скажу: это выбьет из вашей головы старый образ мышления, хорошо? Итак, послушайте это. Вам было дано его имя чтобы вы с ним противостояли силам тьмы. Его имя является вашим. Где ваше имя? Оно записано в книге жизни Агнца. Это ось, вокруг которой вращается христианство. Я говорю о христианстве, а не о христианизме. Не о какой-то религии, сделанной из христианства. Я говорю о реальности. Христианство ⁇ это отец и его семья. Аллилуйя. Вам было дано имя Иисуса. Вы отдали Иисусу ваше имя. Вы отдали ему ваши права. Вы скажете, ну, мое имя было никудышным. Подождите минутку. Он взял ваше имя, забрав вашу старую жизнь. Тот грех. Он понес его за вас. Он взял на себя болезни, немощи, все это. Понимаете? Он сделал это не от своего имени. Он сделал это от вашего имени и моего имени. Слава Богу. Он пошел на крест от моего имени. Он пошел на крест от вашего имени. Он взял на себя мою старую плохую репутацию. Так, чтобы у меня могла быть его репутация. Он взял на себя ваш грех, он взял на себя мой грех. Он взял на себя грех всего мира, аллилуйя, и понес его в своем теле, и пролил свою кровь. Он обменялся с нами, он взял наш грех и дал нам свою праведность. Он взял нашу грязь и дал нам свою святость Богом. Он взял наше имя для того, чтобы дать нам свое имя. Слава Богу! Он взял нашу слабость, чтобы дать нам свою силу. А следующее просто приведет вас в восторг. Итак, послушайте это. На небесах в книге жизни Агнца записано, что Канат Копланд, Мэри Смит, Джон Дженкинс и все остальные там записано в книге «Жизнь Агнца», что Кеннет Копланд пошел на Голговский крест, и цена за его грех, цена за его провал, цена за то, что он был врагом Богу, заплачена, и этого всего больше нет. На небесах записано, что вы это сделали. Да. Иисус пошел туда от вашего имени – Аллилуйя. И затем дал вам свое имя. Когда я приступаю к престолу Божьему, когда вы приступаете к престолу Божьему в молитве, Бог не говорит, подождите минутку. Это этот Канат Копланд? Давайте посмотрим, что у нас на него есть. О, да, посмотрите-ка на то, что он сделал. Это то, что делают люди. Посмотрите на это. О, да, вот, да. О, уберите отсюда эту грязь. Это место святости и праведности. Уберите его отсюда. Я не хочу, чтобы он пачкал мой святой ковер. Нет, 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 нет. Бог открывает эту книгу, и там нет никаких записей о моем прошлом. Кто-то добрался до записей небес. Пусть Бог этого не знает. Кто-то добрался до записи небес и удалил из них все эти отвратительные вещи, записанные под моим именем. Удалил их все. Там не написали, просто прощен поверх их. В послании к Колоссянам говорится, рукописание о нас, которое было против нас, уничтожено, удалено. В синодальном переводе Библии сказано «истреблено». Кто-то добрался до этой книги. И скажу вам кое-что еще. Если вы не выдадите меня, я не выдаю вас. Ваши тоже были удалены. Слава Богу. На небесах нет никаких записей о вашем прошлом. И когда дьявол приходит и говорит вам, я знаю, каким негодяем ты был в 88-м, 87-м, 86-м, 85 в 45-м, в 1935 году, это не имеет никакого значения. Посмейтесь ему в лицо. Мистер дьявол, во имя Иисуса, вам лучше помолчать, потому что у меня нет никакого прошлого. Аллилуйя. Я воспользовался тем, что кровь Иисуса удалила его, и у меня есть его имя. Я молюсь его имя, я молюсь в его свете, я молюсь не в свое имя, я молюсь в его имя, имя Иисуса. Аллилуйя. Слава Богу. Поэтому давай, дьявол, убирайся отсюда. Давай, убирайся сейчас отсюда. Я говорю тебе во имя Иисуса. Слава Богу. Аллилуйя. Когда вы возлагаете руки на больных, вы возлагаете руки не просто обычного человека. «О, брат Копланд, вы целитель?» Нет, я не целитель. Боже мой, я и больного комара не мог бы исцелить. Но я молюсь за вас не в свое имя. Я возлагаю на вас эти руки не в свое имя. Я возлагаю на вас эти руки не в своем духе. Я возлагаю на вас руки во имя Иисуса, и это Его Дух внутри меня. Мой Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Аллилуйя. О, друзья, когда мы, наконец, осознаем эту реальность. реальность. Реальность силы имени Иисуса. Каждому рожденному свыше чаду Божьему было дано это имя, с помощью которого оно может противостоять силам тьмы. И это имя, которым вы были спасены. Это имя, в которое вы молитесь. Это имя, в которое вы живете. И в послании к Колоссянам говорится, что бы вы ни делали, что бы вы ни говорили, делайте и говорите это во имя Иисуса. Это имя, которое выше всякого именуемого имени. Мы увидели во второй главе послания к филиппийцам, что Бог превознес его и дал ему имя, которое выше всякого имени. И в послании к Ефесянам говорится, «Всякое именуемое имя на земле и на небе». Дальше говорится, «От него именуется всякое Отечество» или «Вся семья на небесах и на земле». Слава Богу! Аллилуйя! Давайте помолимся и попросим Божьего благословения на том, что мы делаем. Отец, мы прославляем Тебя и мы просим Тебя благословить это проявлением Твоего присутствия. Мы хотим знать больше о власти могущественного имени Иисуса. Аминь. Это имя, имя Иисуса, было принесено в нашу жизнь кровным заветом. И будучи западными людьми, знаете, люди говорят о заветах, но мы не особо понимаем, что это действительно такое потому что мы не были воспитаны по закону Завета. И у меня в роду есть как англичане, так и американские индейцы. Мой дедушка был чистокровным индейцем Чероки. А по линии моего отца, семья Копландов является выходцами из Англии. И это две разные культуры. В обоих их в прошлом имели место заветы. В английской культуре в прошлом вы можете видеть, как люди объединялись в завете. Они заключали между собой завет. Их семьи объединялись. И вы можете видеть, как объединялись их фамилии, когда начинали писаться через Дефис. Когда вы видите фамилию Смит Джонс и так далее, то вы знаете, что когда-то в прошлом эти две семьи объединились и заключили между собой завет. И эти две семьи стали одной. Конечно же, в индийской культуре мы тоже видим, как семьи заключали завет и фактически смешивали свою кровь. И когда они смешивали свою кровь, они брали имена друг друга, и их имена или фамилия указывали на то, кем они были и какой семьей они являлись. И теперь у этой семьи было право использовать фамилию той семьи. Они становились одной семьей. В восточном мире завет становится всей жизнью. Он становится тем законом, по которому люди живут. В культуре американских индейцев, если двое мужчин становились кровными братьями, и один из них нарушал заключенный между ними завет, тогда второй, на основании данной мы клятвы, должен был убить его за нарушение им этого завета. И то, что грозило за нарушение завета, становилось тем законом, по которому эти семьи жили. Это становилось соглашением завета, теми вещами, которые были записаны и оговорены между этими двумя семьями. Эта семья клялась на крови, что она будет делать то-то и то-то. А та семья клялась на крови, что они будут делать то-то и то-то. И эта клятва становилась тем законом, по которому эти семьи жили. За нарушение, которое полагалось смерть. Что бы ни было провозглашено, за нарушение этой кровной клятвы между ними полагалась смерть. И в восточном мире, особенно на Ближнем Востоке, в этих обществах даже сегодня сохраняются строгие-строгие представления об отношении Завета. И я рассказал вам все это, потому что хотел, чтобы вы здесь кое-что увидели. Я хочу, чтобы вы увидели следующее. Бог пришел к человеку по имени Авраам и сказал, я заключу завет между мной и тобой. Я провозглашу завет между нами двумя. Я позволю тебе войти в мою жизнь. Это Бог говорил ему. Он сказал, я буду тебе Богом. Я буду с тобой партнером по завету. И этот завет... Между нами двумя распространится на тысячу поколений. И все твои потомки будут моей семьей. И что касается меня, я их Бог. И Авраам ответил, хорошо, все. И была пролита кровь, была пролита кровь животного, и была пролита кровь человека. Что касалось Авраама, каждый ребенок мужского пола в его доме был обрезан, и пролитие этой крови провозгласило, что все эти вещи были определены между Богом и нами. И Бог назвал нас равноправными с Ним. И на основании этого завета Иисус из Назарета пришел и пролил свою кровь со стороны Бога, от имени человека. Когда Иисус воскрес из мертвых, Тогда завет был заключен между воскресшим человеком Иисусом и Богом Всемогущим. Я не умоляю божественность Иисуса, и пусть вас не сбивает с толку какое-то религиозное представление. У нас, у западных людей, есть плохая привычка быть сбитыми с толку, потому что, что касается жизни завета или отношений завета, мы не отличим фасоль от дроби. Нас это так выбивает. Но если вы немного изучите это, вы сможете понимать все то, что Библия нам говорит. Это так просто. И когда вы смотрите на это через отношение Завета, поскольку этим оно и является, Библия — это два Завета. И у нас есть Ветхий Завет и Новый Завет. Старый Завет, Новый Завет. Ветхий или Старый Завет ⁇ это преимущественно завет между Богом и Авраамом. В нем также говорится о некоторых других заветах. Но преимущественно это завет между Богом и человеком по имени Авраам. Бог изменил его имя на Авраам. Это был очень важный момент, поскольку это было прообразом и тенью того, что должно было произойти когда Иисус воскреснет из мертвых, и вы примете Его как вашего Господа, и вы таким образом войдете в Его завет с Богом и получите Его имя. Слава Богу! Вот эта практика завета обмениваться именами является настолько сильной в Новом Завете, и именно об этом говорит Новый Завет, говоря, что от Него именуется всякое Отечество или вся семья, на небесах и на земле. Нам было дано Его имя, которое является именем выше всякого имени. Аллилуйя. И когда мы понимаем это, и мы понимаем, что эта книга является копией Завета, это клятва между Богом и воскресшим Иисусом. И Он воскресший Господь славы. Но в Своем воскресении Он занял место человека. И поэтому Завет становится между Богом и человеком. Именно поэтому Он это и сделал. Аминь. И здесь у нас Бог Всемогущий, который не может подвести. А здесь у нас Иисус, бессмертный воскресший человек, Господь славы, генеральный адвокат церкви, Тела Христова, который не может подвести. Который не подведет. Его Слово не подведет и не потерпит поражения. И затем он сказал, приходите к Отцу во имя мое. Аллилуйя. И я немного забегаю сейчас вперед. Позвольте мне вернуться назад. Я хочу прочитать вам кое-что из 1 Иоанна. Я сказал все это, потому что я хочу, чтобы это просто взорвалось в вашем духе. Я хочу, чтобы это зарядило вашу веру силой Божьей. Послушайте это. Это третья глава 1 Иоанна. И там говорится, «И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. И заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал, чтобы мы имели веру в Его имя». И я обращусь сейчас к Евангелию от Иоанна, когда Иисус вот-вот уже должен был пойти на крест. И он говорил о том, что будет, но ученики его не поняли. Но после Дня Пятидесятницы, когда пришел Дух Святой, то оглядываясь назад, они смогли понять, о чем он говорил. Аллилуйя. И Иисус сказал, в тот день, и он говорил о... Он уже здесь объяснил. Я не буду тратить на это время, но он уже объяснил. Он говорил о Дне Пятидесятницы, когда придет Дух Святой, когда будет доступно рождение свыше. Это будет уже после того, как Он пойдет на крест и воскреснет из мертвых, и будет утвержден завет между Богом Отцом и Иисусом. Аллилуйя. И Иисус сказал, «В тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне или до сих пор вы ничего не просили во имя мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершена. Аллилуйя. Итак, Иисус говорил им о том времени, когда власть дьявола над человеком будет разрушена. Когда у человека будет выбор. Когда дьявол будет повержен и побежден. И человек сможет возвать к имени Иисуса. Имени, которые выше всякого имени данного людям. Аллилуйя. И всякий, кто призовет имя Господне, спасется или будет избавлен от власти тьмы. 12 стих 1 главы Колоссянам. «И переведен в царство возлюбленного Сына Божьего». Аллилуйя. Итак, Иисус стал нашим представителем перед Отцом, и мы можем молиться в Его имя. Он наш представитель перед Отцом, и мы молимся в Его имя. Но, Боже мой, что мы сделали? Мы взяли и придумали эту большую религию. И как бы вы ее ни называли, все эти наши идеи и представления, особенно здесь в Западном мире, мы ничего не знали о. Мы самые большие нарушители завета. Боже мой, мы ничего не знаем о Кроном Завете. Вы можете проповедовать об этом в Африке, вы можете проповедовать об этом по всей Европе, вы можете проповедовать об этом на Ближнем Востоке. Если вы будете проповедовать о крови Иисуса и о завете Божьем, который говорит, что если вы Христовы, то вы семя Авраамова, и по обетованию наследники, по его завету с Богом. Аллилуйя. И скажу вам, эти люди будут сбегаться к вам, чтобы тоже иметь такой завет. Но если вы будете проповедовать там вашу религию, они не знают, что? О чем речь, мир? Я не знаю. А ты знаешь? Нет, я не знаю. Аллилуйя, но когда вы понимаете, что Иисус хочет стать вашим кровным братом, и Бог всемогущий хочет, чтобы вы родились свыше, и кровь, которая была пролита на Голгофе, это кровь обетования, это кровь обетования, это кровь завета, это кровь имени, Он дает вам свое имя, свою жизнь. Он дает вам все, что у него есть. Он дает вам свое положение перед Небесным Отцом. Он дает вам положение перед Богом, которого бы вы никогда не достигли. И за миллионы лет. Он дает это вам. Он дает это мне. Он дал это человечеству и сказал, как он сказал Аврааму, ⁇ Я заключаю мой завет между мной и тобой ⁇ И все, что любому человеку нужно сделать, это сказать ⁇ Да, я принимаю это. И во имя Иисуса я верю в это. Господь Иисус, войди в Мое сердце, и Он это сделает. И все, что имеет Отец, является вашим. Во имя Мое, сказал Иисус, о чем не попросите Отца, Он даст вам. И потом Иисус, Духом Божьим, говоря через апостола Иоанна, говорит, что Его заповедь это верить в Его имя. Верить, что Его имя является тем, чем, как он говорит, оно является. Верить, что этот кровный завет доступен. Верить, что перед его именем преклонится всякое колено. Аллилуйя. Вера в имя Иисуса. А что мы делаем? Мы молимся ради Иисуса. Мы молимся так и это, и как только можно себе представить. Очень редко вообще когда-либо используем имя Иисуса. Мы используем имя Христос, но это не имя Иисуса. Это то, кто Он. Христос это не фамилия Иисуса. И нет ничего неправильного в том, чтобы использовать это имя. Не поймите меня неправильно. Но говорю вам, сила не в имени Христос. Христос это греческое слово, означающее помазание. На греческом оно означает то же самое, что на еврейском мессии. Он помазанный, Он Христос. Помазанный. Его имя Иисус. Я понимаю, что это его форма с отпечатком язычества, но я хочу, чтобы вы знали, что дьявол понимает, что оно означает. Бог понимает, что оно означает. И Библия говорит, его имя — это Слово Божье. Все эти обетования Завета, каждое из них в крови Иисуса было вложено в это имя. И когда вы говорите это имя в лицо сатане, когда вы говорите это имя в лицо болезни и немощи, я хочу, чтобы вы знали, слава Богу, за этим именем стоят все небеса. За ним стоит весь этот завет, за ним стоит кровь Иисуса. И на карту поставлена вся честность и непогрешимость Бога. Аллилуйя Богу Всемогущему. О, хвала Господу. Итак, вера в это имя ⁇ это что-то, что мы развиваем. Вера способна развиваться. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Библия называет Иисуса не только начальником или автором нашей веры, но и ее совершителем. И здесь слово «совершитель» использовано в значении «тот, кто развивает» или «плотник, делающий полировку», «тот, кто делает завершающую работу». Поэтому Иисус является тем, кто развивает нашу веру. Я принял его как моего Господа и моего Спасителя. А также принял его как того, кто развивает мою веру. А как вы развиваете свою веру во имя Иисуса? Что ж, вера — это духовная сила. Радость — это духовная сила. Любовь Божья — это духовная сила. Библия говорит, кто соблюдает его слово, в том любовь Божья достигла совершенства. Что ж, мы знаем, что любовь Божья уже совершенна. Поэтому это не любовь становится лучше. Это когда вы развиваете любовь Божью в вас, используя ее так, что вы становитесь более умелыми в высвобождении ее. И позвольте мне поделиться кое-чем с вами насчет высвобождения и развития веры в имя Иисуса. И сегодня я лишь упомяну об этом, а уже на следующих передачах, как будет вести нас Господь, мы, возможно, обратимся к теме веры и поговорим об этом более подробно. Будет и для этого время. Но сейчас мы говорим о развитии нашей веры в имя Иисуса. Поставьте Слово Божье на первое место. Читайте, что Слово Божье говорит об имени Иисуса и верьте в это. Библия говорит, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Сказав, я запрещаю тебе, сатана. Потом не поворачивайтесь и не говорите, «Господь, я не чувствую, что он ушел, он не ушел». Поставьте Слово Божье на первое место. Когда Слово Божье говорит «противостаньте дьяволу, и он убежит от вас», и вы говорите ему во имя Иисуса, «Я не движим тем, что я чувствую, я не движим тем, что я вижу, я движим тем, во что я верю, и что касается меня, мистер дьявол, ты убежал, ты это понимаешь? Убежал! Прошедшее время убежал!» И неважно, на каком языке это было сказано, если бы вы были дьяволом, вы бы знали, что это означает. Это означает, что касается меня, тебя здесь больше нет. Почему? Потому что так говорит Слово Божье. Например, Писание говорит, если вы хотите расхитить дом сильного, сначала свяжите его, так сказал Иисус. И тогда вы сможете войти в его дом, говоря о бесах и злых духах, говоря о самом дьяволе. Это то, что я делаю первым делом. Я не говорю, я, может быть, войду в его дом. Я не говорю, возможно, я не говорю, что ж, мы поедем туда и попробуем принести пробуждение. Нет. Свяжите дьявола, который там перед тем, как ехать туда, а потом отправляйтесь туда и приносите пробуждение. Не нужно пробовать это делать. Ну, я пробовал, брат Копланд. Знаете, я пробовал это, боже мой. Я сказал это четыре раза, и ничего это не произвело. Значит, для меня это не работает. Перестаньте, перестаньте нуже. Нет, мы не пробуем иметь веру. Мы ее имеем, и мы ее используем, и мы ее развиваем. Мы идем дальше. Почему? Потому что у меня есть уверенность в имени Иисуса, уверенность в Слове Божьем. И тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Да, но ну что, если я потерплю неудачу, зная вас? Вы, как я, такое вполне возможно. Поднимайтесь и снова беритесь за дело. На первом месте должно стоять Слово Божье, а не наши чувства или обстоятельства. Затем размышляйте над Словом Божьим. Поставьте Слово Божье на первое место. Затем размышляйте над Словом Божьим. Размышление над Словом Божьим развивает вашу способность иметь веру. Читайте обетования Слова Божьего, думайте о них, изучайте их и ставьте эти обетования в первом лице. Благодарение Богу. Слово Божье говорит, кто во Христе Иисусе, тот новое творение. Что ж, благодарение Богу я новое творение. Я могу не выглядеть как новое творение, я могу не звучать как новое творение. Для вас. Вы можете вообще не считать меня новым творением. Но что касается меня, я новое творение. И по мере того, как я размышляю и думаю об этом, я думаю, как это сейчас изменяет мою жизнь, как это изменяет мою жизнь. Что я теперь должен делать, являясь новым творением? Как это влияет на окружающие меня обстоятельства? Были времена, когда я говорил, знаете, Слово Божие говорит, ранами его вы исцелились. И я думал, как это теперь влияет на мою жизнь? Вы исцелились. Если вы исцелились, значит, я сейчас исцелен. А если я сейчас исцелен, боже мой, мне нужно вставать из постели. И сколько раз высокая температура и простуда все еще были в моем теле, когда я делал первое движение, чтобы встать с кровати. Не всегда, не каждый раз, но как только я делал первое движение, чтобы встать, потому что теперь я узнал, что я исцелен, а не пытаюсь. Исцелиться. Я исцелен. Когда я размышлял об этом, а затем делал первое движение, чтобы встать, температура тут же падала, болезнь отступала, и в моем теле было здоровье. Поставьте Слово Божье на первое место. Размышляйте над Словом Божьим. Поступайте по Слову Божьему. Именно об этом я и говорил. Я вижу, и я размышляю. И затем я поступаю, как если бы это уже совершилось. И я принимаю решение жить верой и применять веру. если вера чего-то не получит, то у меня этого и не будет. И во имя Иисуса все, обещанное мне в Слове Божьем, как чаду Божьему и как крестьянину, все обещанное мне, оно будет у меня, и я получу это верой. Оно мое. И затем примите решение жить жизнью любви. Практиковать любовь Божью. И не только, когда кто-то вас любит. Но всегда ходите в любви, чтобы ни было. И я несовершенен в этом, но скажу вам, Боже мой, я работаю над этим. Слава Богу. Аминь. И когда у меня не получается ходить в любви, я извиняюсь перед Богом, я извиняюсь перед тем человеком, я собираюсь ходить в любви, я собираюсь ходить в любви Божьей, не в любви, которая что-то чувствует, а в любви Божьей, в Божьей любви Агапе. Я буду любить, потому что мне заповедано это делать. Это не просто хороший совет, это заповедь. И когда вы делаете все это во имя Иисуса, Тогда вера в это имя начинает развиваться. Слава Богу, говорю вам, это образ жизни. Слава Богу. Это образ жизни, который выше всех других. Слава Богу.